Привет! Это старин. Гадание на судьбу на игральных картах, так как раскладывали наши дедушки, бабушки, прабабушки. Здесь вы получите ответы на все ваши вопросы. Первая позиция стучит. Вторая позиция гремит. Третья позиция на пороге стоит. Что дверь откроет? Что сердце успокоит? И что всю масть перекроет? Дополнительная карта вышла. Хоть и я планировала взять три, но вышла дополнительная карта. Поэтому будет еще и на короля червового, на любовь. Здесь будут его характеристики, его чувства и мысли к вам. Значит, так нужно было. Его мысли, его чувства и что он будет делать относительно вашей пары. Вот так неожиданно повернулась, правда? Всегда рукой предсказателя ведет сама судьба. Поэтому то, что выходит, то, что я говорю, это не мои слова. Это ваше подсознание, где живет сам Творец, с вами разговаривает. Поэтому общее гадание, оно как заказанное. Это общее гадание. Смотрите, пожалуйста, весь расклад. И здесь вы узнаете себя. Здесь варианты в варианте одном. Потому что так нужно раскладывать карты. Так, я чуть-чуть подвину, чтобы вам было все видно. Чтобы все входило в экран и буду трактовать для вас. Ну вот, давайте начнем справа. Человек, которого вы любите, мужчина. Что у него в мыслях? Он волнуется о вас, потому что вы проходите здесь как дама пик. Как женщина, с которой он, может, поссорился, может, он вас обидел. И он доставил вам слезы, дама пиковая. И какие-то хлопоты были связаны с этим, любовные. Были любовные встречи у вас с бубновым королем, с другим мужчиной. То есть у вас, скорее всего, есть два мужчины. Есть тот мужчина, который вас обожает, любит, это король червей. И есть тот мужчина, который для вас ценен. Это может быть ваш родитель, отец, другой король. Может быть, даже начальник, кстати, потому что бубновая масть, или сотрудник, или друг, с которым у вас были разговоры, и был с его стороны какой-то флирт. И ваш мужчина сейчас переживает об этом, он волнуется. Он узнал об этом каким-то образом, или присутствовал, или случайно узнал, кто-то ему доброжелатель сказал какой-то, и он волнуется об этом. Он, наверное, вас ревнует. Это его мысли, его чувства к вам. Здесь валет, и это валет треф. Трефа – это масть, конечно, денежная, это масть забот каких-то касательно работы. Вообще-то здоровая семья – это на самом деле трефовая семья, там, где есть вот этот огонь. Огонь родственных связей и тоже огонь страсти – это все трефовая масть. Но здесь хлопоты о каких-то делах касательно бизнеса, может быть, касательно деловых планов для семьи. Или это хлопоты касательно работы, карьеры. Здесь тоже мы видим опять бубен. Это очень хорошая масть, но карты небольшие, номерные. И они говорят о том, что будет просто обыкновенно. Он чувствует, что у него скоро будет новая работа. По утренней дорожке у него будет новая работа, о которой он заботится, о которой он хлопочет. И у него может быть деловая встреча. Это незначительная встреча, это не какое-то там международное совещание, какая-то незначительная деловая встреча, о которой он сейчас волнуется, и это, в общем, занимает его сердце. Но в мыслях у него все-таки ревность к вам и желание, чтобы вы вернулись к нему, чтобы любовь была у вас. Он в мыслях думает о вас и ревнует вас и хочет с вами поговорить, семерка червовая, поговорить о любви. Вот он не хочет уступать первенство другому мужчине. А в чувствах он действительно сейчас чувствует напряжение на работе, что у него будет какая-то встреча утром,
это его, или скоро, это его волнует. Что касательно вас, у него в чувствах тоже хлопоты о вас, чтобы денег было побольше. Эти денежные две карты он заработает, но это не будут крупные суммы. Во всяком случае, заработать он точно сможет и вам что-то купить хорошее. То есть эти все деловые встречи направлены только на одну цель, чтобы для вас что-то сделать приятное, выиграть вас у другого мужчины, о котором вы тоже, может быть, или думаете, или есть у вас в жизни еще кто-то, скорее всего. Но здесь вы услышите свой вариант. Если у вас никого нет, давайте я такой вариант тоже скажу. Он волнуется о том, что доставил вам какие-то страдания относительно денег. Вы поругались относительно денег. Но любовь между вами все равно есть. И эта ссора не была значительная. А что касается вот вывода, вот здесь эти три карты, это что он будет делать? Здесь опять валет, это валет бубен. Он будет стремиться проявить себя в лучшем качестве. Бубен – это тоже стремление человека показать свои лучшие качества. То есть вам понравится. Он будет стремиться вам понравиться. Это очень хорошо. И юношескую энергию будет такую вам представлять у себя. То есть будет стараться показаться мужчинам ярким таким, знаете, аттрактивным, приятным. Он может пригласить вас в кафе или в ресторан. И будет такая легкая встреча, флирт, любовные намеки всякие. В общем, приятное время с вами он хочет провести. Это к чему он будет стремиться. А также для некоторых эта встреча, она будет углублять ваши отношения и закончится тем, что вы, ну даже будет, может, близость, десятка червовая, интим, будет его признание в любви. Вот здесь начнется все просто весельем, праздником. А потом будет объяснение в любви, совершенно неожиданно. У кого-то это может быть роман на работе, семерка треф, может быть у кого-то сотрудником, либо же это роман с человеком, где ваши профессии немножко похожи. Семь – это немножко похоже. Вы делаете что-то общее. Другими словами, если вы встретитесь для разговоров любовных и всяких других, когда пойдет речь о том, что ты делаешь, чем ты занимаешься, если будет встреча вот с человеком, вы поймете, что он и вы занимаетесь чем-то родственным, и вы можете друг друга понимать. То есть у вас есть точки соприкосновения, что очень хорошо. А также я могу сказать, что здесь для девочек, у которых нет никого, это он себе ищет женщину сейчас, он хочет себе показать для любви. Его чувства такие, что он хочет показаться деловым человеком, и он будет искать встречи с такой, как вы, с такой красивой девушкой, как вы, в любом возрасте, я говорю, да? Теперь мы посмотрим именно старинный цыганский расклад, очень красивый. Итак, стучит. Это то, что какими-то маленькими намеками дает вам, что это будет ваше будущее, да? Что иногда у вас такие мысли появляются, иногда вот проявляется что-то такое в жизни, так слегка постукивает, да, в вашу жизнь, что может войти в вашу жизнь. В то время, которое вы загадали, и в тот момент, который вы смотрите. Это и есть гадание онлайн, девочки. Вот эта лотерея, там много номеров. Это вот бесполезно все, потому что ваш пальчик выбрал, и это уже гадание онлайн. Вы выбрали из тысячи, что было вам предложили вам. Предложили тысячи и расклады. Вы случайно или не случайно этот выбрали. Это и есть гадание онлайн. Поэтому смотрите, как ваш вариант. Смотрим все видео. Что в вашу жизнь стучит? Здесь стучит новые какие-то финансы. Причем эти финансы будут большие. Вы закладываете сейчас свою такую империю, что ли. Вы будете очень богаты. Именно сейчас закладывается в вашей жизни перемены в деньгах в лучшую сторону. Вы будете очень обеспечены. Не должны бояться будущего. У вас вышел туз бубен. А также стучит в вашу жизнь любовь, девятка червовая, любовь, которая будет постоянная, 9 – это полнота чувств, когда люди уже живут вместе, а 8 – когда им интересно с друг другом, когда происходит постоянное общение, любовное общение, это 8, это интимное любовное общение 8, и 9 – когда уже формируется семья, то есть стучит то, что вы будете обеспечены, вы обязательно будете в отношениях и в браке. Если вы думаете, ваш брак распадается, нет, ваш брак сохранится. Если вы думаете, как карьера пойдет, у вас будет новый шанс на еще лучшую карьеру. Вот это то, что стучит. Что гремит в вашу жизнь? Валет червовый – это хлопоты какие-то,
какие-то заботы. Это какой-то юный человек, может быть, который вас будет любить. И если вы проходите, когда мы бубен, а это здесь так и есть, гремит то, что вот-вот будет. Это будет встреча с новым кавалером, с новым, как красивым. Вы помните, когда-то, я помню, моя бабушка говорила, кавалер, она говорила, да? Ой, какие красивые были все-таки, даже в 20 веке выражения. У вас будет любовь скоро. Шестерка червовая – это скоро. Ранняя дорожка – это значит скоро. Скоро у вас будет любовь новая. И этот мужчина вам расскажет о своей любви. Он может пригласить вас куда-то на свидание. У вас будет встреча с новым человеком. И вы будете в него влюблены. Он будет в вас влюблен. Особенно он будет в вас влюблен, потому что здесь валет червовый. И вам будет очень с ним приятно. А он в вас увидит свою будущую супругу, потому что дама бубен, это вы для него будете ценный человек. Да, вот он увидит все ваши самые лучшие качества, сразу поймет, что вы просто Богом и природой ему посланы для любви, для счастья. Это то, что гремит, это что будет, вот-вот будет. Это то, что ну, вот долго нужно этого добиваться, карьера, ну будет карьера и будет семья. А это то, что гремит, вот-вот уже будет. А на пороге, вот это у нас на пороге, это то, что может быть буквально сегодня, завтра. И мы здесь видим, что у вас будет встреча, деловая встреча, десятка треф с королем, пик. То есть это мужчина взрослый, серьезный, который, может быть, где-то имел какие-то слезы недавно, или же вам доставил страдания и слезы. Это может быть ваш отец, который вас обидел, если вы юная, да, и так далее. Это может быть, если ваш отец уже ушел в мир иной, кстати, он на вас еще больше влияет, нужно не забывать. Приснится вам отец, это если вы с ним были в тяжелых отношениях, после того, как они уходят, эти родители, да, которые доставляли вам страдания, они очень сильно на вас влияют, именно вот после их смерти. Поэтому здесь может быть сон о вашем отце, и от которого вы здорово наплакались, и он вам даст какой-то совет, он вас предупредит в чем-то относительно семьи вашей. Если же этот король пик – это ваш мужчина, может, вы живете с мужчиной, с которым вы поссорились, потому что здесь ссора идет, и поссорились давно или часто ссоритесь, девятка пиковая, да? Он может быть вам вашим мужем по десятке треф. Если это так, так вот это на пороге стоит, этот человек к вам обратится. Он, может быть, захочет примирения или что-то, может, он попытается с вами поговорить, во всяком случае, точно. Но с ним, с этим человеком, вы общий язык не найдете. Вам нужно быть очень дипломатичной по десятке треф. И, в общем-то, ему свое сердце не особенно открывать. Даже если это муж. Потому что он все равно не поймет. У него вот свой архетип, он там его держится. Это может быть архетип герой, там, не знаю, маг. Ну вот любой архетип, которого он держится. Он очень такой упрямый человек и со своей дороги не сходит. Так что ему не нужно объяснять, что вы чувствуете, он вас все равно не поймет, но этот человек все-таки является вашим защитником. Все-таки он о вас думает, и он хочет вам помочь, вы ему не безразличны. Но он очень упрямый и от своего не отступится. Вы знаете, о чем я говорю, да? Вот именно этот человек от своего не отступится, так что с ним выяснять отношения вот-вот на пороге не стоит. Однако же с ним тоже не стоит прекращать отношения. Поскольку он может вам здорово помочь. Помочь в делах даже может. И в семье. Десятка треф, семейная карта. Итак, дальше смотрим, что дверь откроет. Что дверь откроет, это то, что, куда вам следует идти, да? Куда лучше было бы вам идти. То есть это полезно для вас будет. Смотрите, сколько девяток в раскладе. Вот, третья девятка и четвертая девятка. То есть мы имеем здесь дело с энергией, которая пришла к завершению, девятка. Если это червовая девятка, это полнота чувств. Если пиковая, это полнота ссоры, то есть ссора уже себя исчерпала. Если это девятка пупин, это значит, что уже полнота денежная, это значит финансы очень хорошие. Если треф, это скорее всего девятка семейная, это полнота ощущения себя в паре и законные отношения. Но это также может быть масть деловая. Все зависит от вопроса, девочки. Вы свой вопрос задаете, а я вам отвечаю.
Может быть, это загадками здесь будет, но вы поймете свой ответ обязательно, да? Вы просто задаете свой вопрос своему высшему Я, Творцу, и через карты все покажется. Итак, что дверь откроет? У вас здесь идет хороший денежный приход. Тоже шестерка пик, это говорит, что неожиданно вечером, например, вы открыли компьютер перед сном, а у вас там денежки поступили на счет. То есть это неожиданный очень хороший приход, дверь откроет вам. А также деловые встречи. Вы можете запросто где-то найти подработку. Вы можете найти новую, лучшую работу, где будут лучше платить. Или вы вечером откроете компьютер, и там окажется вот эта вакансия свободна. Или подружка вам скинет, или отец, например, кстати, тоже может быть. Или мужчина ваш, кто-то, какой-то мужчина, может, скинет информацию о том, что эта вакансия свободна, и он знает, что вы квалифицируетесь хорошо для нее, да. То есть где-то вечером вы получите известие, что вы можете очень хорошо заработать, и вы заработаете хорошо, вы начнете вести переговоры и даже назначите деловую встречу, вот как называется интервью, здесь касательно денег. Если что, дверь откроет в области отношений, а это то, что ваши отношения улучшатся, вы не будете ссориться. Если здесь вы поссорились, здесь вы помиритесь. Помиритесь вечером. Это может быть постельное примирение, то есть вы... интим будет у вас хороший, горячий. Итак, дальше смотрим, что сердце успокоит. А это означает, вот если была ссора, как закончится, было интервью, как закончится и так далее, да? То есть итог, да? Вот здесь итог. А здесь, что всю мазь перекроет, это вот последнее предупреждение здесь может быть. То есть, если что-то помешает, здесь мы смотрим, что на самом деле будет в дальнейшем будущем, а здесь что помешать может. Если мы узнаем, что может помешать, мы можем как бы действительно противостоять этому, так что гадание не всегда на пользу. Итак, что же вам сердце успокоит? Во-первых, что если вы заявили на работу, вы работу 100% получите, десятка бубен, и даже вам дадут большую зарплату, чем вы думали, или же вам даже предложат лучшую должность, более высокую, чем вы думали. Далее, чем сердце успокоится, здесь у вас трифовая мазь, если мы идем назад, мы видим семья, скорее всего, с этим человеком, семейный отец или муж. И 8 треф, она говорит, что вот это напряжение с ним после десятки идет вниз, снижается. Здесь потому что 10 и 9, эта карта же считается вместе, в синастрии. Было напряжение с ним, оно у вас спадет, напряжение будет уменьшаться. Оно не сразу само уйдет на 100%, но снижение какого-то напряжения в семье вам обеспечено. Далее, две восьмерки, это тоже очень знаменательно. Деловая карта и карта проблемная, потому что пик, масть, это troubles, это проблемы, это какие-то задачи, которые нужно решать, какие-то сложные задачи, которые не хочется решать. Но всегда, когда мы решаем сложные задачи, мы довольны, потому что сложные задачи укрепляют человека, как бы укрепляют его такой энергетический иммунитет, да и физический тоже. Так что две восьмерки, вообще 8 – это очень хороший номер. Это номер, когда все идет хорошо, когда все будет разрешаться. И даже без вашего участия. 8 – это очень хороший номер. Это знак двух квадратов, которые постоянно в движении. Вот как карта звезда у Таро. Это знак 8. 8 – бесконечность. Да, это энергия бесконечно будете получать. Треф – это энергия. И пиковая, энергию-то вы будете получать, но не для того, чтобы отдыхать. Вы будете получать энергию для чего? Потому что здесь 8 тоже. Для решения проблем. Часто так бывает, если люди не смотрят предсказания такие глубокие, и им дается энергия, а они ее зря тратят. Вот. А здесь именно в предсказании сказано, что энергия вам не так просто будет выдаваться высшими силами. Энергия будет выдаваться для одной цели, чтобы вы решили свои проблемы. То есть, смотрите, у вас сегодня вот вы проснулись, вы в хорошем настроении, у вас хороший тонус. Не проведите этот день зря, вам здесь подсказка, а начинайте решать ваши проблемы. Не откладывайте в долгий ящик. Часто бывает тоже так, когда у людей хорошее настроение, они как бы не хотят его сами себе портить, да? И в этом плане люди сами себе враги.
Потому что главная цель человека – это любить себя. Но любить себя не в том смысле, что когда у нас все хорошо, мы откладываем проблемы на потом. Нет. Любить себя – это значит позаботиться о себе, позаботиться о своих насущных задачах, которые нужно решать. Поэтому вот что Творец делает. Творец все очень умно делает. Он знает о ваших насущных задачах. Вы можете сейчас в процессе этого расклада просто сказать, какие у вас насущные задачи. Правда? Скажите вслух. Так вот, Творец услышал вас, и он знает о ваших насущных задачах. И вам будет даваться ровно столько энергии, сколько нужно, чтобы решить насущные задачи. Иногда так бывает, еще раз повторяюсь, очень часто я вижу, когда много энергии, человек знает, что ему делать, у него как-то вот собраны, он думает, ах, я потом буду делать трудную работу, которую я не люблю, а я буду пока гулять, развлекаться. И вот вся энергия, которую Творец дал на решение этих задач, она вышла, а задачи остались, да? И такие скелеты в шкафу, вы их дверью припираете и так руками держите, и у вас руки устают. От этого бывают, кстати, физические проблемы тоже, когда человек, артрит, например, да, он вот держит руками то, что он не хочет решать. А раз Бог дал задачу, Бог и даст ее решение. Если вы будете мало-помалу открывать свой этот ящик Пандоры и оттуда вынимать одну задачу за другой, решать ее постепенно. Во-первых, это даст вам физическую силу, укрепит здоровье. И, во-вторых, легкий ум, легкое сердце, потому что с каждым новым решением у вас меньше будет в этом ящике Пандоры всего этого, что нужно решать. Ну, а когда вы решите все задачи, вас ожидает бонус, то есть подарок, потому что, вы знаете, по легенде, а легенда – это суть мифы, суть как вот религии, они на самом деле правда. В ящике Пандоры на самом дне, когда вот эти все беды оттуда вылетели, на самом дне от Творца были три подарка. Это вера, надежда и любовь. Три подарка. Угу. Вот так что вас ожидает, конечно, подарок после того, как вы решите эти все проблемы. И в конце вот здесь итог. Это значит, что всю масть перекроет. Смотрите. 8-9. Да, и 6 мы видим. Так что всю масть перекроет? То, что 9, во-первых, говорит, что вы еще больше энергии получите после того, когда решите свои проблемы. У вас вот именно решение задач даст вам больше энергии. Во-первых, денег будет больше, десятка бубен, и энергии еще больше получите. А также вы какое-то новое дело откроете. Пока вы задачи решали, вы научились распознавать в себе скрытые способности. Вы научились распознавать в себе скрытые таланты. И вот эта шестерка трев, она означает, что пока вы решали задачи сложные, жизненные, они откладывали их в долгий ящик, да, как в ящик Пандоры, я только что все объяснила. Пока вы эти проблемы решали, вы обнаружили у себя совершенно неожиданно, открыли в себе новые таланты. И вы поняли, что вы можете жить лучше, что вы можете лучше распоряжаться своим временем, что вы можете лучше позаботиться о своем здоровье, о себе. И все это вы можете сделать сами, своими руками. Потому что взять на себя ответственность – это неплохо. Ну, конечно, в наших проблемах могут быть виноваты другие люди. Я вот здесь уже говорила, может, отец виноват или муж у вас плохой, да? Но не в этом дело. Но когда мы возьмем ответственность не за проблемы, а за решение задач, вот тогда мы все можем сделать, потому что раз это наши задачи, мы их можем решить. А если это задачи других людей, ну, мы не можем решить задачи других людей. Пока мы думаем, что это задача там, родителей, детей или наших супругов, да, мы эти задачи решить не можем. А как только мы понимаем, что это наши задачи, эй, тогда я могу все решить. Угу. И теперь вы, тот, кто смотрит этот расклад, вы можете все это увидеть. Дальше, десятка пик. И это предупреждение, карта предупреждения. Она, конечно, очень сложная. Она говорит, что вы, наверное, в браке состоите со сложным человеком. Потому что здесь король пики, вот это его слезы, его проблемы. А может, вы друг другу не очень подходите по характеру. Может быть, у вас с ним есть какие-то воспоминания не очень хорошие, да?
Вот память – это такой поток, да, идет вот такой поток мыслей, и, который теребит наше сердечко. И этот поток показывает нам такие ассоциации. И если эти ассоциации негативные, и мы их цепляем, они начинают актуализироваться, то есть начинают действовать в нашей жизни. И самое главное вам понять, не зацикливайтесь на тех плохих переживаниях, которые вы с ним прошли. Потому что, когда идет этот ассоциативный ряд памяти, у вас будет такая память возникать. Потому что вы привыкли вспоминать какие-то сложные моменты, да? А вот мозг начинает отбирать из этой памяти то, что хочет. Давайте здесь я вам дам такое задание, можно сказать. И дайте мне слово, что вы его сделаете. Пообещайте просто мне по-честному, что вы сделаете то, что я сейчас скажу. Когда будет память ваша вспоминать грустные моменты с каким-то мужчиной или касательно, может, вы работу, кстати, потеряли, это может быть ваш начальник, который вас уволил когда-то, или же друг, который предал, ну, что-то очень плохое. Нужно, ну, дать мне обещание сейчас, что когда такая память возникнет, вы не будете позволять мозгу отбирать негативные. А вы скажете, ну, в этой ситуации было что-то позитивное, правда же? Потому что сейчас, например, будет новая работа, я уже вам говорила. Постарайтесь отобрать только позитивные моменты. Но тот, кто хочет увидеть плохое, тот увидит плохое. А если вы увидите плохое, то что может быть в будущем, вы понимаете, да? Потому что в плохом внутри плохого хорошего нет. А если вы будете выбирать только хорошие моменты, тогда ваше будущее вас будет очень устраивать. Понимаете? Мозг, он очень хочет сделать позитивную программу, которая понравится вам, которая будет так бы лучом вашего счастья. Но иногда мы не знаем этого. Это мысли формации. Это вот десятка пик, это мысли формации, которые просто выводят вас из понятия «моя реальность». И это память, потому что 10 – это 1 опять. Вы возвращаетесь в память о прошлых обидах, о ссорах, и актуализируется боль. Но вместо этого вы можете актуализировать возможности. Треф – это огонь, актуализировать новое начало, новые возможности, которые приведут к прекрасному результату. 6 – это начало, а 9 – это результат. Если вы направите луч своего внимания, можно так сказать, да, когда вы думаете о прошлом, на какой-то позитив, проблемы вообще нет, потому что она была в прошлом. Но сейчас есть что? Решение проблемы. Трифовая мазь – это решение проблемы. Есть у вас решение проблемы, есть возможность быть счастливее, богаче, любимее. И вы всегда увидите только ту реальность, которую вы захотите, пожелаете. Это свободная воля, которую дал Творец людям со времен Адама и Евы. И только ту реальность, которую вы выберете из вашего подсознания, вы будете проживать. Нужно выбрать позитивную реальность. И тогда у вас будет позитивный навык для будущей жизни. Понимаете? Ну вот. А сейчас я хочу вам сказать, что этот расклад, он будет для вас играть очень важную роль. Он не только предсказание, но тоже магический расклад. Он программирует вас на счастье. Он помогает вам избавиться от каких-то преград. Важно, кто смотрит этот расклад. Что вы ассоциируете с вашим «я»? Да? Как бы «я» не «я» и «хата» не «моя». Помните, такое выражение было у нас? Кто смотрит расклад? Та женщина, которую обидела мужчина, которую выгнала начальник, или та женщина, которая видит в том, что случилось у нее, не препятствие, а наоборот, открытие новых дорог. Здесь может быть, опять же, влюбленность с новым человеком. Здесь может быть новая возможность заработать хорошие деньги. Но даже не в этом дело. Новая возможность проявить свои таланты. Все зависит от того, куда направлено ваше внимание. Понимаете? Вам всегда судьба дает то, что вам нужно. Но все зависит от того, под каким углом вы смотрите на жизнь. Очень важное понятие. Ну вот такой расклад. Цыганский, старинный, на тему стучит, гремит, на пороге стоит,
что дверь откроет, что сердце успокоит и что всю масть перекроет. Это значит, что память нужно, ну, я уже сказала, как с ней работать, и новые возможности. 6 треф, новые возможности. В делах, кстати, треф — это тоже семейная карта. Новые возможности, 6 по делам и по семье. Это именно дела и семья. Ну, а здесь мы сделали дополнительный расклад на мужчину, его мысли, чувства и его действия. Тоже, кстати, старинный расклад. Всех вас обожаю, люблю и приглашаю вас на мои бывшие и будущие расклады. Для того, чтобы вы для себя делали правильный выбор относительно вашей жизни. Оставляйте комментарии. Теперь эти карты можно купить по интернету. Не обязательно даже ходить в магазин. Всем счастья и любви. Пока-пока.